Пару лет назад зайти в интернет можно было лишь через несколько школьных компьютеров. Однако современные технологии не стоят на месте. Совсем скоро весь учебный процесс переедет в интернет. Речь идет о внедрении нового проекта «Смарт-образование» или по-русски «Умное образование». Это одно из направлений другого крупного проекта «Умный регион». Образовательный проект будет состоять из нескольких этапов. Во-первых, традиционные классные журналы и дневники уже с 1 сентября полностью переедут в интернет. Хотя этот пункт мало кого удивит. Вот уже несколько лет в области работает электронный дневник «Сетевой город», где родители могут проследить успеваемость своего чада. Также родители смогут ставить своих детей в очередь в детские сады и школы, а также отслеживать их приход и уход в образовательные учреждения. В некоторых школах элементы новой программы уже работают. Одна из них – лицей при УлГТУ номер 45, на Камышинской, 32. Мы все знаем, что смарт-образование – это образование без границ. Это образование в течение всей жизни. Вот, собственно говоря, эта школа делает такие шаги, участвуя практически во всех используют все средства электронного обучения. У нее есть и электронное обучение детей-инвалидов, и детей с ограниченными возможностями здоровья. И эта школа является активным участником проекта региональной школы. Они ведут образовательные программы для детей из сельских школ. Умное образование поможет создать региональный образовательный портал, где дети смогут пополнять свои знания, а также систему дистанционного обучения. Большинство городских школ влиться в проект уже готовы. На сегодняшний день все школы у нас оборудованы высокоскоростным интернетом. У нас есть дистанционное обучение во многих школах города Ульяновска. На сегодняшний день у нас проект «Сетевой город» работает, и все родители, учителя ведут электронные дневники, журналы именно в этой системе. Чего нельзя сказать о сельских и деревенских учебных заведениях, где техническое оснащение оставляет желать лучшего. До 1 мая будут проанализированы потребности школ в компьютерах. Там, где возникнут проблемы с этим, будут думать над дополнительным финансированием. Дарья Сударева, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.